У нас были демонтированы 3 терминала для приема платежей по адресам Краснодарская 4, Протапова 104 и Ленина 24. При демонтаже данные терминалы не вскрывались, они опечатаны. Если находятся там материальные ценности, то они, ну, собственник, если появится, он может их забрать, предоставить документацию на данные терминалы. Сейчас они находятся на штрафстоянке в селе Цибанабалка. Для получения дохода недобросовестные коммерсанты используют самые разные методы для оправдания своих действий. Случаи с этим оборудованием на терминалах были установлены таблички, что их владелец – общество ветеранов боевых действий. Как оказалось, данная конструкция не связана никак с этим обществом. То есть кто-то пытался под видом этого общества осуществлять свою деятельность. С июля этого года на решение межведомственной комиссии было вынесено 124 объекта. На данный момент демонтажу подлежат еще 16 объектов. Демонтаж коснется не только ларьков и павильонов, которые расположены в центре города. На очереди и сельские округа. В ближайшее время работа пройдет в поселках Пятихатки, Цибанабалка и Хуторе Песчаном.